Кто сегодня подает большие надежды и, возможно, станет флагманом бизнес-сообщества Югры? Итоги окружного конкурса «Молодой предприниматель» подвели в Ханты-Мансийске. Лучших награждали на площадке Югорского предпринимательского форума. За 12 лет своего существования конкурс неизменно служит развитию молодежных бизнес-проектов. За это время в нем приняли участие около 700 югорчан. 30 из них представили наш округ на всероссийском конкурсе «Молодой предприниматель». 9 стали его победителями. А в этом году вам было труднее выйти в финал, поскольку рекордное количество участников было заявлено, 132 человека. В этом большом разнообразии проектов, наверное, было труднее доказать, что твой проект лучше. Предпринимательство. Соответственно, номинация была посвящена... Лучших молодых предпринимателей выбирали в четырех направлениях: самозанятый, бизнес в сфере услуг, социальный бизнес и бизнес в сфере торговли. Победителями стали Ирина Щербакова из Ханты-Мансийска со своим проектом «Продюсер онлайн-школ», сургутянка Юлия Антонова, управляющая сетью женских фитнес-клубов, Олег Пескунов, руководитель футбольной школы «Искра», и Руслан Рахимов с проектом «Дом цветов». Оба также сургутяне. Кроме того, на конкурсе определили победителей в специальных номинациях: женский бизнес, креативный бизнес и социальная польза. А если ты начинаешь заниматься тем, что тебе нравится, то для тебя это уже не работа, а как хобби. Если находишь то, что работает, дальше фокус держать на это, и это можно быстро масштабировать. То, что у нас и получилось построить за последние несколько лет. Каждый конкурс – это возможность еще раз познакомиться с тем, что ты делаешь. Я увидела, что мы делаем еще раз, себе напомнила о том, что мы делаем хорошее дело, мы делаем качественное. Еще раз увидела какие-то пробелы, которые нужно и хотелось бы подтянуть. А с другой стороны, каждая победа моя личная, как руководителя, очень сильно мотивирует наших воспитанников, наших занимающихся.